Если честно, можно даже не пытаться держать дистанцию. Если честно, между нами еще минут 15 максимум. Станет тесно, слишком тесно в этой комнате огромной. Я забуду забыть, ты забудешь запомнить. И кто-то не я дотронется до души, снова не про меня и меня напиши. И в чем тебя обвинять? У каждого своя жизнь. И кто-то, но не ты, мне в баре нальет еще. Я попробую остыть тебе за его счет. Но кроме пустоты ничего внутри, вот черт. Не влюбляйся, милая, не люби, пожалуйста, оттолкни его силы. Или он безжалостно растопчет и выбросит сердце твое. Алое, не влюбляйся, милая, не люби, пожалуйста. Но с тобою не пойму, собиралась силами, но сдалась легко ему. Почему колотится твое сердце, милая? Мир был явно против, но ты уже влюблен.